Дмитровский округ всегда славился активной волонтерской деятельностью. В преддверии, можно сказать, профессионального праздника Дня волонтера в уютном зале музейной гостиной собрались молодые неравнодушные люди, те, кто много времени уделяет различным добровольческим проектам. Рукопожатие главы округа Илья Поначевного как знак признательности и уважения за большое и доброе волонтерское сердце. В своей речи Илья Поначевный назвал дмитровских волонтеров настоящими патриотами, которыми так сильна наша страна. С ним согласился и Игорь Тарелкин, герой России, летчик-испытатель парашютных систем. Вы будущее нашей страны. Это не какие-то просто дежурные слова. Действительно, пройдет там 5-10 лет, и из вас кто-то будет уже руководить, и кто-то округом. Районом в том числе, кто-то еще выше. Поэтому счастья, здоровья вам. После Илья Поначевный и Игорь Тарелкин провели церемонию чествования самых активных волонтеров округа. Почетные грамоты главы были вручены студентам Дмитровского техникума Климу Коптеву и Матвею Белозерову. Ребята всегда готовы оказать помощь в любой ситуации. Студенты Дмитровского техникума всегда готовы оказывать помощь. Наша волонтерская деятельность заключается в развозке гуманитарной помощи, разгрузке гуманитарной помощи. Студентка Дина Елизавета Лукичева была удостоена благодарственного письма главы округа за активную деятельность в рамках студенческого волонтерского движения «Искра». Мы от Дмитровского института непрерывного образования, волонтерское движение «Искра». Мы занимаемся различными мероприятиями в помощи организации не только на территории нашего института, но и на территории Дмитровского городского округа. Мы во время пандемии помогали Дмитровской городской больнице. Мы посещаем детские дома с различными программами, с мастер-классами. Сейчас мы готовим новогодние выступления. Также мы посещаем дома престарелых, мы устраиваем различные концерты. У нас вообще много человек, которые состоят в нашем волонтерском движении. Они активно принимают участие в различных мероприятиях. Среди награжденных были и члены местного отделения партии «Единая Россия», которые сейчас активно реализуют волонтерский проект помощи мобилизованным дмитровчанам. Недавно, буквально 3 декабря, мы ездили с моими коллегами в Белоруссию, где стоят наши мобилизованные солдаты, отвозили гуманитарную помощь, масхалаты, рюкзаки, средства гигиены, все большое количество всего. Солдаты очень встретили нас прекрасно. Хочу отметить, что люди находятся в очень позитивном настроении, наши мобилизованные. И чувствуем, что именно вот наша волонтерская поддержка, именно вот она дает им еще больше заряд, энергию. После торжественной церемонии присутствующие смогли пообщаться уже в неофициальной обстановке за чашечкой чая, где поделились своими будущими планами по волонтерской деятельности.